Так, воскресенье, зима, Вов. Да. Какой сегодня день-то? Какой сегодня день? Воскресенье. Ну, число-то какое? 20. Так, число у нас, сейчас посмотрим. 22-е. Самое длинное. 22 декабря 2019 года, вот, Подмосковье. Вот смотрите, только здесь Головино, вот, да, люди катаются. Творение. Вся Москва, вся область Головино. Мека лыжного спорта. Не знаю, такой кружок здесь. Там уже все трава. Здесь заворачивают и туда вниз. Саня Оконев! Саша! Разогнался! Много проехал тоже. Ну что ты, чё упал? Не разогнаться, ничего. Умирать. После болезни тяжело. А что, ты приболел? Приболел. Сейчас тоже пойдем. Сейчас, может, там палатки нет? Сейчас тоже как-то. Сань, не хочу болтать. Береги себя. У нас и так мало. Я тебе вечером позвоню, подъеду, просто болеет. Он женек. Да какой он? Еду еле-еле. Все, последний снег. Недель плюс 10. Говорят, 28 там, по народу. Да. Ну, на той неделе были? Мальчик, смотри. Два раза, ну, в неделю, блин, народ, да. Ну, смотри, ну, смотри, ну, Сашка, плохо, иди, пускай пусть посидит. Сейчас завязывай, иди. Да, после болезни. Сейчас завязывай, сейчас. Что ты вот так покатал-то? Я стою на ворот на пол. Сзади ехали. Сзади? Да. А там палатка есть, не знаю? Да. Так, мы все немножко прикупили сейчас там, да, инвентаря, да. Перчаточки. В одежде. Какая фирма? Берндейли. Берндейли. За 2000. 2100 они. 2100, да. Так, да. Кое-чего на более... Да. Какой магазин? Не знаю, какой магазин, на палатке. Ну, там написано. Да. Для тренировок на сегодняшний день. За 1000 рублей фигово. Ну-ка, а еще пароли. Поближе покажи, да. Какой. 1000 рублей стоит, да? Да, 1000 рублей. На тренировку пойдет. Ну, естественно, лапки. Стрикс. Ну, лапки простые, да, такие, да? Стрикс. Нет, не большие. Большие? Отлично, накручиваются, да? Да, да. Ну, накручиваются. Что приговорили? Ну, да, видишь, это, рассказываем, какие покупки сегодня у нас были. Вот, так, да. Да, и покажи. Ты Сашке теперь объясняй, что какой-то. Ну, лапки накручиваются. Да. Сколько они стоят, Вов? 1100. 1100? И парафин еще покажи. Ну, парафин. Прикупили для полной сетки. Сань, ты закончил, Сань? Нет. ЛФ вот такой вот. Не упади. Да не, я не резко останавливаюсь. Рейс Голд. 750 рублей он здесь стоит. Что, Сань, прикупили, бля? Ну, он для гонга. Ну, 50 купил за 1000 рублей, смотри. Не, вот у него варежки самые лучшие. Варежки? Покажи варежки. Ну, вот это вообще класс. У меня ямочка. А так я неудобно. Бежать гонки, варежки, мороз. Да, народ катается, топотворение. Санжинский там взял? Да, это быстро.
Здорово, копан, блядь. Здорово. Это он из Европы приехал, да? А, он этот бежал марафон. Марафон он там бежал. На руках, да? Все тяжело сейчас, да, Сашка, кататься? Да. Такое-то. Я сейчас еще болею, понимаешь? Я Женьке просто пообещал. Я болею, вот я никогда не потею. Я, у меня вся спина мокрая. Давай. Знаешь, какой-то я, это, знаешь... Осторожнее, а то у нас мало, блин.